Наш 4P панорамный фильм о тех местах, где может оказаться каждый, если рискнет покинуть многомиллионный муравейник, сойти с асфальтированной дороги и начать перемещаться по тропинке, которая где-то может оказаться слегка влажной, местами каменистой, а иногда даже пыльной. Этот фильм о трех прекрасных летних днях, проведенных летом 2023 года на самом северном крае Заполярья Кольского полуострова. В месте, куда я вряд ли сам бы рискнул направить свои стопы, если бы не две авантюристки карельского происхождения, которые, наверное, сами себя авантюристками не считают. Следует признать, что 24 часа за рулем, свист ветра и шум океанского прибоя создали прекрасные условия для глубокого и безмятежного сна в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана. Этот сон не смогла нарушить длившаяся, как выяснилось утром, полночи возня участниц экспедиции. По телефонному бронированию отапливаемой квартиры в Кировске со всеми благами цивилизации в придачу, которая неожиданно вдруг для чего-то понадобилась в свете перспективы следующей ночи. Впрочем, эти досадные мелочи лишь оттеняли и придавали контрастность общей мелодии героичности и безнадежности происходящего. К моменту завершения вновь не прокипятившегося завтрака интегральный инвайромент заполярности и героичности, к моему великому сожалению, начал трещать по швам, поскольку в появившихся разломах между дождевыми тучами начало проглядывать слегка голубое небо, а временами начинали проскакивать проблески солнца. Вчера-то оно было серого. Тут еще чуть-чуть осталось от жиги-то. Спасибо большое. Спасибо. Смотрите себя в круговом кино в интернете. Спасибо. Наталья, ну хватит смотреть на Нордкап в российском исполнении. Поехали. Мы вас всех приглашаем на российский вариант Нордкапа 2023.
которых здесь нет пока, и наше 4P видео. О, давайте тотализатор сядет или не сядет. Я боюсь, что она выиграет. В нашей стране любой сядет, если захочет. Наш дрон выше встанет. По мере прояснения заполярной погоды начало проясняться понимание того, что в этом благословенном месте возможно прокатиться на лодочке, прокатиться на вертолетике, искупаться, обсохнуть, посетить ландшафтно-симпатичную зону, за вход на которую, подобно Остапу Бендеру перед входом на провал, какие-то ушлые ребятишки собирают денежку в весьма ограниченном объеме. Ночами июльскими не спать осенью, не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос. Перелетные ангелы летят на север, их нежные крылья обжигают мороз. Перелетные ангелы летят на север, их нежные крылья обжигают мороз. Опускаются ангелы на крыши зданий и на храмах покинутых ночуют они, а на утро снимаются в полет свой дальний, потому что коротки весенние дни, а на утро снимаются в полет свой дальний, потому что коротки весенние дни. И когда ветры теплые в лицо подуют, и от лени последней ты свой выронишь лом, это значит навек твою башку седую осенит избавление. Лебединым крылом это значит навек твою башку седую осенит избавление. Лебединым крылом. Вы не плачьте, братишечки, по давним семьям. Вы не врите, братишечки, про утраченный юг. Перелетные ангелы летят на север, и тяжелые крылья над тундрой поют. Перелетные ангелы летят на север, и тяжелые крылья над тундрой поют.
Одной из местных достопримечательностей является пляж, равномерно засыпанный так называемыми яйцами дракона, то есть камнями достаточно округлой формы. Во время посещения яйца драконового пляжа невольно вспоминается общее определение курорта. Курортом называется такое место, где что-то является, безусловно, целебным. Вода, воздух или солнце. Если в объявленном курортом месте вода, воздух и солнце отсутствуют, то целебной объявляется грязь. На Териберке грязи пока еще мало, и по этой причине функцию достопримечательности выполняют драконьи окаменелости. Кто знает дракона и староскона, не чтут эти звери людского закона. Дракон налетает, дракон нападает, и жизнь человечья зазря пропадает. Где плохо с законом, сестренки и братцы, там, значит, с драконом пора разобраться. Девица бывает с корзиной бельевой, идет напевает, вернется ли живой. Вот здесь мистическая дракониха Териберка сделала кладку своих яиц. И из каждого яйца через некоторое время вылупится либо погел дракону, либо побой дракону. Так ты яйцо возьми. Зайца Мариша снесла яйцо, да? И снесла Мариша яйцо не простое, а драконьёе. Дракон все ближе, огнем он дышит, а девица стирает. Еще раз, дубль. Как будто не слышит. Ну, повтори надо. Готово ли к смерти твое молодое тело? Смеется девчонка, не этого я хотел. Клади, повелитель, мне голову на колени, я спою тебе песню, как поют у нас в селении. Опусти ресницы, ты пылаешь прямо, и пусть тебе приснится твоя драконья мама. Дракон приручился, к рукам приучился, а после с девицею той обручился. Надо знать, драконы имеют души, а некоторые драконы имеют души. Кто знает дракона и староскона, не чтут эти звери людского закона. Вот к молибденовым рудникам, слышишь, Мариш? Вот такая же штучка. Дальше вот так, а дальше метров 300.
рыба ящерицей ползает в костях. Ад. И сердце с трезвой головой. Вот на валике так же, только вниз. И не захватывает дух на скоростях. Не холодеет кровь на виражах. И не прихватывает только с одним горло от вот любви. Вот и нервы больше вот так, не в натяжку. А вот так, хочешь рви. Провисли нервы, как, бы ничего, как веревки от белья. И не волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны, я ими печь топлю. Не напрягаюсь, не стремлюсь, а как-то так. Не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них наложены стерильные бинты. И не волнуют, не свербят, не теребят. Ни мысли, ни вопросы, ни мечты. Устал бороться с притяжением земли. Лежу, так больше расстояние до петли. И сердце дергается, словно не во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не. Пора или не пора отправляться туда, каждый решает самостоятельно. Но перед отправкой категорически рекомендуется заглянуть в горный парк Териберти. Кого я встречу, да с верю, верю, верю.
Не забуду, буду, буду. Буду здрасте говорить. Здравствуйте, реки вот такой ширины. Здравствуйте, горы вот такой вышины. Сходила беги воды. Конечно, если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, сиди дома не гуляй. Ни к чему тебе дороги, косогоры, горы, горы, буераки, реки, раки, руки, ноги береги. Зачем тебе море вот такой ширины? Зачем тебе небо вот такой вышины? Я что думаю, если наше полярное побережье такое длинное, да? Там же таких можно найти до хрена, согласись. До Владивостока, сколько такого? Ну, как вниз говорю. Так вот я говорю, может быть отдать этому НАТО Нордкапу, пусть они подают. Пришли, по-моему.
Да вон дорога. А, на пляж. Зачем мы круглых камней не видели? Ну так дом. Палочку. Одну. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрев на это место, я пришел к заключению, что Nordkap с Норвегии, наверное, можно отдать надо. Тоже люди как-никак, пусть и они порадуются. Это то же самое. Тем более, я думаю, что до Сахалина таких обрывов, ну как глядь. Я вам рюкзак вставляю. Вот хочешь меня написать? Наше горло отпустит молчание. Наша слабость растает, как тень, и наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Север, воля, надежда, страна без границ. Главное достоинство. Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Кто не верил в дурные пророчества, в снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь. Я мешаю, я только украшаю. Кто яйца оставил?
Вот уже лучше. Вот. Хорошо. Отлично, пожалуйста. Держи пока мою паузу. В течение этой части остается сказать стандартную фразу. Попробуйте добраться до Териберги. Попробуйте сами. Способов добраться сюда становится все больше. И поэтому добирайтесь, как мы, добирайтесь сами. И добирайтесь лучше нас.